Никита Михалков расскажет челябинским артистам, как правильно работать над ролью. Великий режиссер обратится к публике во время спектакля «Метаморфозы» жены артистов. Он уже записал видеолекцию. Основатель театральной академии привез в Челябинск фестиваль одного дня. Лично приехать в столицу Южного Урала Михалков не смог, зато отправил лучших педагогов. Они провели для челябинских артистов мастер-класс по хореографии, импровизации и пластике. Импровизация – это вещь не очень простая, достаточно сложная для освоения. И чаще всего актеры занимаются импровизацией в тексте, импровизацией в слове, импровизацией в бытовом движении. Например, самым сложным заданием для актеров оказалось показать счастье с зеленым оттенком грусти или передать липкую любовь. Такие абстрактные образы даются непросто. За один мастер-класс обучиться импровизации практически невозможно. Педагоги успели рассказать лишь основы техники. На вторую тему. У нас, как у состоявшихся уже, которые играют свои роли, у нас есть свое понимание, как нужно работать. А здесь, то есть, вам нужно учиться, вы еще не все знаете. Ему такие, опа, оказывается, можно еще как-то по-другому выстраивать свои роли, движения в том числе. С гастролями в Челябинск Академия Никиты Михалкова приехала впервые. Проект носит еще и благотворительный характер. Проводится он в поддержку медиков, которые продолжают бороться с коронавирусом. Мероприятия пройдут под девизом «Спасибо врачам».